Может их припугнуть, чтобы работа пошла. Тихо-тихо. Спасибо. Я помогу. Мистер, вы от Кланы? Она чудесная!
Мисс Фрай, я рада вас видеть. Привет, Клара. Лечебница закрывается, и я хотела осмотреться. А ты здесь как? Наши недавно начали болеть. Лекарства не помогают. Я пришла, чтоб... Ты нормально себя чувствуешь? Да, все хорошо. Клара! Здесь где-нибудь есть доктор? Несите сюда. Просто упала? Да, сказала, что лекарство им не помогает. Конечно же. После гибели Эллиотсон район оказался наводнен подделками. Ей будет нужен уход. Но для этого ей и другим детям кое-что понадобится. Что именно? Продовольствие. Кроме того, лекарства. Участились случаи кражи редких ингредиентов. Буду рада помочь. Вот список. Мисс... Фрай. Иви Фрай. Мисс Найтингейл. Очень рада. Скорее. Времени мало. Думаешь, я не заметила? Давай! Я в вас верю. Весьма. Тебе конец! Делать редкие ингредиенты, но здоровье ребенка важнее. Я дам все, что у меня есть. Так. Some people think they can just take things as they please. Так.
Молодец. Потише. Держись подальше, если тебе жизнь дорога. Это для тех, кто больше заплатил. Я все равно возьму. Разберись. Отсюда я попаду! Спасибо. Это для мисс Найтингейл. Я заберу. Да, конечно. Все уже лежит в повозке. О! В этой? Да. Ну, конечно. Осторожнее! Что-нибудь может разбиться! Это вы. И как раз вовремя. Вы принесли то, что я просила? Как она? Поправится. Наш переулок, дети. Благодаря вам у нас есть настоящее лекарство. Как считаете, проблема решена? Я прослежу, чтобы были приняты меры. Ламбит у вас в долгу? Потребуется много времени. Но я обо всем позабочусь. Вот так вот. Thank you.
Thank you.
Молодец. Сохраняй хладнокровие. Оставь насилие мне. Они хотят поиграть? Ладно. Надеюсь, хоть это сможет наконец развеять твою скуку. Будь на связи. Лови! Пироги с грачами ждут сегодня нас. Сейчас тебе будет больно. Thank you.
сейчас выстрелю! Уже устала! Мистер Фрай, я же сказала назначить встречу. А я как раз свободен. Хорошо, что вы мне нравитесь. Двигатели внутреннего сгорания? За этим странным названием стоит много денег. Двигатели доставят Милнеру поездом. Перехватите их, и он будет... безутешен. Для этого нужен второй поезд. И я как раз знаю, где его взять. Так вы согласны, мистер Фрай? Хорошо, что вы мне нравитесь, мисс Эттэуэй. За мной! Пойдем, есть работа.
Ты так просто не уйдешь! Что тебе нужно, Фрай? А может быть, мне ничего не нужно? Может быть, я просто-напросто благороден? Ладно, расскажу о работе. Милнер его доверху нагрузил. Главное, успей забрать ящик. Гони! Столбом, Фрай! Это не тот. Посмотрим, как ты после завоёшь.
Двигатель внутреннего сгорания. Машины заменят лошадей. Словно в будущее заглянул. И почем нынче будущее, как считаешь? Мы их не продаем. Ты что, собираешься их отдать? Тебе все равно заплатят. Кто вообще такая эта Перл? Давно с ней работаешь? Она мой деловой партнер. Остальное неважно. Вот. Надеюсь, я не перестаралась. Добавила позолоты, покрыла дерево лаком, привела вагоны в порядок. Как вам светильники, а?